Ребята, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода, мы зашли в гостевой аккаунт, кто скажет, сколько я здесь не был, наверное, недели две я не заходил в этот аккаунт, и у нас здесь конквенатор, ну, зашел я сюда, потому что здесь есть много баллов очков доверия, да, и здесь я легко смогу их сразу прикупить и прокачать, и вам немножко показать. В общем, сейчас у нас будет ознакомительная, так сказать, вот серия. Где их можно купить? Ну, это на вкладке траты, на вкладке, короче, этих всяких наборчиков, да, есть вторая вкладка, виповские наборчики, и здесь его можно купить. Он не виповский, ребятки, он стопроцентный, здесь 20 тысяч, то есть у меня, в принципе, я тоже в своем аккаунте могу купить, там их, ну да, десяток, у меня там 270, по-моему, тысяч, да, ну, я, скорее всего, куплю его просто в группе ВКонтакте, ну, в общем-то, скоро узнаете. Так, ну, мы погнали, давайте мы сейчас возьмем конквенатора, вот такой вот у нас красавчик. Мы сразу купим их. Сколько купим? Четверо. Четыре штучки купим сейчас. И пойдем сразу сражаться ими. А уже полноценную прокачечку, ну, по традиции, конечно же, нужно будет сделать с вступительным познавательным контентом. Так, ну, вроде как четыре, да? Так, ну их же нужно высидеть. Это классно, конечно, я их купил. Так, теперь их, где тут их найти надо? Как их найти? О, вот они. Индорапторы. Тоже скоро у нас будут... Ух ты, еще и скидка какая-то у нас есть. Ну, правда, здесь по барабану. Вот, а вот мне это очень пригодится. Ну, собственно говоря, как и вам. Так что... Так... хищник. А ну, иди сюда. Надеюсь, место есть. Отлично, есть место. Давайте вот так вот. Ну, во-первых, это он типа у нас эксклюзив. Не, как не эксклюзив. Не виповский, как его сказать. Супер-пупер мегаредки, да, вот такой на таком фоне. Он выглядит у него... сейчас быстренько посмотрим. Но на картинке как дракон выглядит. Кто согласен, ставим лайк. Как дракончик какой-то. Смаук. Так, давайте. Выращиваем. Последнего. И давайте на него будем любоваться. О, текстурки подгрузились. Так, ну, выглядит классно, да, то есть похож на конквенатора, такой же, как Jurassic World Alive, там есть конквенатор, ну, там он как-то посуровее, а здесь у него какое-то такое личико младенческое, какие-то лупастые глазки, что-то он не такой вот устрашающий, вот, в целом, вот, конквенатор для меня выглядит очень каким-то таким страшным зверем, но вот у него немножко как-то вот эти глаза и такая вот какая-то юношеская морда у него, я бы так сказал. Так, ладно, давайте мы сейчас... качаем, выполнили какое-то задание. Скоро, ребятки, у нас в этом аккаунте появятся 3 индораптора 40 левела. Так что скоро, ребята, будем вообще всех рвать как тузик тряпку в этом аккаунте. Так, и качаем еще. Давайте, кстати, показатель давайте глянем. 605, ну так слабенько, как какой-то максимальный редкий, 907 как супер редкий, да, но удар у него хороший. О, это у нас демагер, а-ля Афиакадон, да, то есть, хотя нет, подожди, где здесь было, не, у него, а, нет, что-то мне показалось, у него жизни в два раза больше, ну ладно. Так, давай быстрее. Я вот сегодня, у меня воскресенье,
вечер. Я только выложил завтыканную серию No Man's Sky. И вот сейчас по-быстрому тоже вечером посмотрим, сколько из вас смотрит мой канал вечером. То есть у меня сейчас часов 7, да? Да, 8 уже почти. Вот я как раз 8 эту серию закончу, выложу. И посмотрим. Так, вот у нас есть два конкавенатора, 1500 на 902, то есть он не особо там отличается. Ух ты, а что это значит? А, это значит значок, что мы можем их повысить уровень. Хорошо, мы идем вот сюда и крутим. Так, нам нужна сила 900. Показалось. Показалось. А потом мы его сделаем в 30-го и еще тоже. Так, кстати... 900, у него он где-то здесь может оказаться. Вот конкавенатор 20-й, вот 20-й. Так, кто с ним есть рядом? Если мы возьмем одного конкавенатора, потом возьмем Эуди Морфодона и еще конкавенатора возьмем. Ну и помчались, ребятки. Надо побыстрее видео сложить, выложить, а то пока придешь с работы. Так, 700, ладно, тут мало, 800 и 700 сила удара. С бонусом почти поровну. Так, он сменился. Так, ну вот Метриолонг, ну, он что даже посильнее получается. У него жизнь не намного уступает. Так, ну нам что нужно сделать? Желательно пережить вот этот ход. Да, мы пережили, подменяемся на Эуди Морфодона, потому что против него Анкилодог будет сильно дымажить, короче, его. И мы как раз получим наш супер бой с двумя конкавенаторами. Вот контратаку еще можно ввести сюда. Jurassic World Alive. Это будет вообще что-то с чем-то, если ввести контратаку. Так, ну теперь жизни подровняли. 7. Ну давай, на все 7. Молодец. О-о-о-о, прикольно так зад... короче, на повороте занесло конкавенатора. А, что я делаю? Решил сразу супер удар показать вам. Не-не-не, мы подождем. Мы немножко подождем. Так, Анкилос. Ну, 3. Зачем? Он меня мог бы пробить за 4, зачем подменяться? И еще и не проатаковал. Ладно, давайте смотрим супер удар на спинотораптор. Спинораптор, уже спинотораптор говорю. Прикольно. Выглядит прикольно. Ну давай, давай, ты же можешь, легко можешь уже. На 6. На 4, ничего себе. А раньше не мог так сделать, а то на 7 атаковал. Так, у него осталось 2 балла, мы знаем, но мы его за 2 пробиваем. Итак, конкавенатор против Анкилоса. Своими крохотными ручками. Что-то я не обратил внимания на его ручки. Ну, 3 пальчика, как у аллозаврика. И... оп. Готово, мы закрываем, закрываем, идем, 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 и мы качаем конкавенатора. Так, запомни, 1500, да, у нас было. 1500 на 800. Молодец. Давайте посмотрим, как он жрет. Вот так вот мы кушаем. 2300 на 1300. Вот уже хорошо. Он стал как Метриолонг примерно, да? Не, ну, не, удар, удар существенно лучше. Ладно, давайте. Сейчас его... он, кстати, может коснуться передними лапами к земле. О чем Т-рекс только мечтает. Давай, давай, давай.
Вот так вот. Ладно, возвращаемся обратно. Обратно вот сюда. Так, смотрим. Полторушечка у него. Две на полторушечку. Так, так он где-то высоко должен быть. У него жизни мало, но удар-то очень даже крутой. Смотрите, у него как у акроконтозавра удар. Давайте акроконтозавра возьмем первым. Ну и где ты? Вот такого возьмем, раз он там. Хищник, птеродактиль, конковинатор. Да. Можно взять какого-то такого, например. Ну, разбавим. Ну, реально, морда Смауга. Смауг появился в нашей игре. Так, ну вот так. Акроконтозавр, танкуй. Ну, чуть не очень он подтакует. Раджастега танкует лучше. Надеюсь, не пробьет на тоненького. Но и я его пробить не могу. Здоровый акроконтозавр. Так, на два проатаковал. У него по нулям. Давай, Тила Космил. Я его часто называю Тали Космил. Не знаю, откуда это взялось, но так и есть, ребята. 3800 за два удара. Вот это я понимаю. Это я понимаю. Ну давай. Да я как бы не хочу его убить. Я хочу конковинатору дать возможность продемажить этих двоих ребят. Так, ладно, 5. Ну давай. Давай! На все 5. Отлично. Его величество конковинатор. Встречаете? Хорошо, он так резво появляется. Ну, он реально украсил нашу арену. Давненько не хватало вот какого-то такого разнообразия. Он смотрится оригинально. Так, раз, два, он покойник. Раз, два, три. Раз, два, три. Хвостиком махнул. И победил. Так, кстати, Зухариптор, я тоже его называю драконом. Два дракона сошлись в бою. А, красиво, красиво. Мне нравится такая анимашечка. Я так даже исходу не сказал, на кого она похожа. Может, она уникальная? Ладно, не буду сейчас об этом заморачиваться. В общем-то, я безусловно, очень сильно рад появлению конковинатора, ребятки. Кто со мной согласен, тоже ставим пальчик вверх. И до скорых встреч, ребятки. Так, ну, сейчас мы еще туда на него зайдем. Зайдем и глянем, конечно же, на нашего конковинатора. Вот такой вот у нас красавчик. Так, как-то тебя приблизить. Вот это максимальное приближение. Еще давайте его подраконим. Ну, а теперь точно все. Всем пока, ребята.